Ну что, привет, друзья мои. Итак, это третий день сражений. Третий день сражений, у меня было два поражения. Пойдемте посмотрим, как стоит моя оборона. Оборона стала Б за второй день. За второй день, конечно, меня немножечко покоцали. Ну да ладно, не расстраиваемся, идем дальше. Говорят, мне везет с камнями, сейчас посмотрим. Ой-ё. Да. Ну хорошо, идем мы красными. Но и зеленые тоже нормально. Или давайте возьмем синеньких. Давайте возьмем быстрых синеньких. Снимать всякую гадость, да, и они все-таки побыстрее, Соньки или Грима. Давайте Грима возьмем. Грима на эмблемах. Я почему его? Потому что он все-таки на эмблемах. Так, и Сонечку, которая... Я вот опять забыла, значит, это же у нас какую-то грязь на нас вешает, я помню, да, да, блокирует там все подряд. В общем, короче, такую Сонечку берем, в принципе, Борюсик пока... В принципе, Борюсик с краю нам ничего не сделает плохого. Погнали. Погнали. Так. Угу. Сразу же синенькие давайте набирать. Сразу же красненьких набирать тоже. Пусть будут, чё. Так, а кто тут у нас быстрее? Ну, наверное, синенькие быстрее будут, да? Давайте вот так, вдруг тут красный выпадет. О, синий, отлично, все. У нас уже есть бронерез, сейчас, конечно, этот... кабан сделает каку, но мы его сейчас уберем. Я думаю, даже он добьется красными камнями, а мы в Кэдмана запустим нашу Сонечку. Кабан не убился, придется ему помочь еще разочек. Вот теперь нормально. Так, теперь у нас уходит Кэдман. И владычица сейчас пройдется по нам прям вот так вот хорошо. А, сейчас посмотрим, что она сделает. Кому точнее. В принципе, ладно, этот фланг, пофигу. Давайте ее же, собственно, и убьем. Вот, потому что товарищи с краю абсолютно нам бесполезны. Бесполезны этой команде обороны. Так, пусть Борил ультует, а я пока Сонечкой сниму его вот эти вот все гадости и продолжу добивать Борила в первую очередь. Ой, Соня же без костюма, ой, точнее наоборот, в костюме не снимает. Ну, видите, ну бывает, видите, вот кликанула, я помню, что Соня снимает контратаку. А я же другую взяла Соню, которая с нас каку снимает. Бывает. Ну, если очень хочется, поругайте меня. О, Лисю в центре. О, нет. Ну, тут однозначно тоже красные. Единственное, что можно было бы взять зеленых. Но опять же, брать зеленых обжору толку нет. Давайте, наверное, все-таки попробуем ультами добить Соню, да, вот которая тут стоит. Слушайте, ну поляна вообще не наша. Поляна, прямо скажем, не очень. Но вот красный кристалл сейчас был очень кстати. И я все-таки хочу добить Лисю на всякий случай, поэтому в нее основную ульту Скарлетт вбиваю, потому что она жирная, у нее брони много, ну ее. И вот давайте посмотрим, кто у нас будет страшнее для нас, правая сторона или левая. Что-то мне кажется, что левая будет пострашнее. Давайте тогда, наверное, левую будем бить и набираться все-таки синих. Уже пора бы. Где мои синие? Синие, мои синие.
Синих маг нет, нет. Давайте вот здесь подтянем, может быть, красненький тут что-то. Что-то как-то вот давайте тут намутим. Вот, сейчас красные войдут во владычицу. Владычица прям любит моих левых героев. Вот, минус одна, уже легче. Дальше, Сонька. Сонька сейчас, по идее, должна гадость с нас снять, если ее не грохнут. Ее не грохнули, следовательно. А давайте-ка разберем тогда уж Кэдмана. Так, снимается как? Снимается, отлично. Сейчас подтягивается синий, красные набираются. Отлично, отлично, отлично. Давайте срезать атаку вот этим товарищем. И набирать такие грима. Все, Кэдмана, считайте, нет. Грим, 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 грим в тебя уйдет. Кэдман уходит. Так, теперь еще раз бронерезом пройдемся сейчас по этим стройным товарищам. Вот, кстати, вот все герои вот эти вот, они достаточно жирные для четверок. Поэтому мы еще можем проиграть, мне так кажется. Сложно, но можно. Уж мне-то точно можно проиграть. Знаете, вот здесь красненький, здесь синенький соберем. Они тоже быстрые, зараза. Так, давайте режем броню и проходимся Колином. И ждем, что будет. Ждем, как они горят. Может быть, сейчас Гормик даже поможет. Отлично, Гормик помогает. Ну что же, ну что же. И это победа. Дальше. Все записывается у нас, все записывается. Чудесно. Дальше погнали. Так, Уилбер. Ну здесь точно надо Соню менять. Соню меняем. А давайте, наверное, заменим Колина и Соню. Значит, Соню мы берем, которая будет снимать Уилбера, если что. А вот кого нам взять еще из... Слушайте, а давайте возьмем два грима. А чё нет? Один после второго очень хорошо заходит. Давайте посмотрим сейчас, какая там команда. Все равно грязь надо с себя тоже снимать. Себя надо. Давайте вместо грима Соню в костюме еще одну. Вот. И она будет нам уже грязь снимать с нас. Да? Да. Попробуем так. Попробуем так затащить. Давай, кристалл. Тут прям сходу должен быть. Ну, елки-моталки, давай заряди его еще мне. Соньки, интересно, наберутся. Соньки не набрались, но по идее он должен сдохнуть. Фу, это хорошо. Это очень-очень хорошо. Давайте, наверное, загасим Лисюху. Загасим Лисюху. У нас, благо, тут под ней есть камушки. А, она не загасилась. Ну и ладно, ну и ладно. Ну и ладно, я тебе сейчас помогу, детка. Я тебе сейчас помогу. Сейчас вот в Кэдмана красную идут только. Сейчас, давайте. Как помочь Лисю? Вот как поможем Лисю. Так, давай, не убей мне только гри... Убил, зараза! Он знал. Все, у нас не осталось практически нормальных героев для того, чтобы разобраться с этой катавасией. Поэтому давайте хотя бы одного еще кого-нибудь загасим. И вот то, что я выбрала Соню, это не самый лучший вариант. Но тут, видите, красные камни, это только под Соней. Понимаете, вообще, блин. Ну не без этого, не без этого. Чего ж все время выигрывать-то? И так нечестно будет, скажут. Вот. Читер. Выиграешь, скажешь, камнями повезло. Не выиграешь, ой, наоборот. Да. Будешь все время выигрывать, скажут. Читер, с камнями везет. Я тороплюсь, ну ничего, ничего страшного. Так, вот эта пандочка.
Пандочка. Сейчас я думаю. Я думаю. Я думаю, взять побольше красных или побольше синих. Пусть будут все-таки. Пусть будут все-таки синие, но Соню вот эту я заменю на Грима. На Грима заменю. Стопы. Вот, на Грима. Почему? Потому что на себя они тут вешать особо ничего не будут. Ну, Гретель только. Она с краю, в принципе, не так страшно. А вот себя снять нам понадобится. И, в принципе, желтых бить мне какая разница, красными или синими. Без разницы абсолютно. Ну, может, Скарлетт сейчас по-быстрому снесем. Смотрите, смотрите, какая красота. Смотрите. Прям. Глаз радуется, понимаете? Видишь такое? Глаз радуется. Извиняюсь. Так. Ну, я камнями-то добью ее, да. Я думаю, в кого ульту пустить? Ну, наверное, вот так. Наверное, вот так. Вот. А вот теперь давайте вот в эту сторону мы сейчас запустим всю ульту нашего мира. Вот так вот. Все, разобрались. Ну, здесь красота, просто красота. Все бои бы так. Так, ну ты, наверное, нас сдохнешь от красных, а вот тебе мы будем помогать потихонечку. Давай, пока. Так, Гретель, ты пока не заряжайся. Вот, супер, супер. И последний бой третьего дня. Борюсик. Борюсик, ты или это? Угу. Значит, нам надо собрать сине-зеленую команду. Допустим, мы берем еще одну Соню, да, допустим, берем Соню. Придется все-таки взять этого обжору беспонтового обжору. И сейчас, знаете, что еще хочу посмотреть? Грязь на нас грязь, да, будет на нас грязь, поэтому пусть тогда будет одна Сонька в костюме. Все, погнали. Будем надеяться, что Борюсик нам не доставит много проблем. Пока все по плану. Пока все очень хорошо. Очень хорошо. Отлично. Замечательно. Ой, ну вообще прекрасно. Ой, у меня нет слов. Ну прям все как надо. Все как надо. Все как надо. Мне нужен синий камень. Я пока Кэдмана просто не знаю, куда примостить. Давайте вот, наверное, сюда. И... синенькими добили. Теперь давайте срежем атаку. О, срежем броню здесь. Под камнями он вряд ли сдохнет. Под камнями. Поэтому помогаем Сонечкой и добиваем уже камнями. В принципе, Сонечка сдохнет у нас от зеленых камней очень хорошо. Но она уже готова набраться, плюс она под срезом брони, поэтому, наверное, давайте вот так. Сейчас посмотрим раскладец, какой у нас тут. Так, все, разобрались, все нормально, можно расслабиться. Все, здесь уже выдохнули. Димас повержен. Так, ну что ж. Следующий день. Мы, кстати, вернулись в топ-1. Видите, вернулись потихонечку, возвращаемся. Надеюсь, что моя оборона хотя бы до С не упадет, пусть останется Б. И четвертый день тоже я вам покажу. О, сундук. Давайте глянем.
Может, под видео будет сундук какой-то прекрасный. Мне недавно, кстати, кольца упали. Я обалдела. Это прям то, что мне нужно было. Как видите, ничего мне не упало с бриллиантового сундука. Всем привет! Сегодня у нас четвертый день турнира, и я попрошу вас сравнить запись. У меня новый микрофон, посмотрите. Он такой красивый, он такой добротный. Мне его подарил спонсор. Мой самый-самый-самый любимый спонсор. И я благодарю его. Это вообще очень круто. Мне нравится, как он пишет. Как раз вот тут, смотрите, титанчика мы убили. Поэтому предыдущая запись была на гарнитуру. Это же запись на профессиональный микрофон блогера. Смотрите, у нас сколько сундуков тут открывается. Вот здесь должны что-то хорошее дать. Вот, поэтому я прошу сравнить, да, какая запись лучше, есть ли вообще разница, да. Вот, по громкости там может отличаться, но я попробую подогнать, чтобы громкость была одинаковая. В общем, переходим к турниру. Так, и смотрим сразу, что у меня с обороной. Потому что мне страшно. Все-таки мы скатились в С, значит, нам надо очень хорошо сейчас атаковать, чтобы, ну и, видимо, сегодня мы будем выкупаться, чтобы нам все-таки занять топ-1 ранг. Я все-таки еще пока не отпускаю эту мысль. И мы берем красных и зеленых. Я уже сразу так решила. Красных и зеленых. Где мои прекрасные красные? Красные мои прекрасные красные. Красные прекрасные. Так, вот меня спрашивают, зачем ты берешь вместо, значит, Уилбера Гормика? Потому что меня это разделение бесит. Если мне надо конкретную цель убить, а там висит разделение на противнике, оно меня подбешивает, честно говоря. Поэтому так. Поэтому я иду с Гормиком, мне он нравится. В принципе, мне какая разница, сколько брони срежет. Ну, так я рассуждаю, да. Вот такие вот у меня эти. Знаете, кто-то там до процентика высчитывает все эти шансы. Я вот не из этих. Давайте соберем кристалл. Почему? Потому что мне надо почистить поляну. Я так решила. Сейчас соберем сразу красные. Блин, я хотела почистить поляну. Если я здесь сдвину, что у меня произойдет с красными? Этот еще больше подтянется. Может быть, давайте лучше попробуем поймать. Поймать здесь. Он поймался, конечно, но не там, где надо. Блин, я сейчас проиграю. Хотя бы так соберу. О, что-то вырисовывается. Так, всем тихо, всем стоп, ты умираешь сейчас. Умираешь? Не умираешь. Черт, он не умер. Ну, чего тогда делать? Сколько у тебя там? 25. Что я в него? 25 запилю. Не запилю я в него 25. Зато вот красные вылезли и опять разбежались все в разные стороны. Как с этим бороться? Давайте все-таки взорвем. Раз уж я хотела чистить, давайте чистить. И ничего, ни к чему это не привело к хорошему. Блин, давайте хотя бы убьем Кэдмана. Наберем очков. Фу, вот, это уже что-то. Все, давайте, значит, так. Убираем с этих защиту. Пусть они у нас горят. Дедуля у нас сейчас отхватит от камней хорошо. Скарлетт, пожалуйста, не дохни. Так, этот у нас уже заряжен. Поэтому мы в него запускаем в надежде, что здесь красный сейчас его добьет. Красный его не добил. А все так хорошо начиналось. Короче, я намудрила. Намудрила-перемудрила. Ой, его добила. Прикиньте, добила. Я еще могла бы клыка добить. Ну все, выкупаемся. Ладно, все равно очки заработали, это уже хорошо. Это уже не ноль, понимаете? Поэтому все нормально. Идем дальше. Угу. Этого мне еще не хватало.
Ну-ка. Это что за ошибки тут? Все равно очки мне дали. Выкупаемся. Что-то он не хочет, что ли, чтобы я выкупалась? Странно. К сражению. Борюсик. Борюсик. Борюсик и два красных. Ну, значит так, меняем красных на синих. Такая будет. У нас как раз диспеллер. Еще одна Сонечка. Грязь у нас какая-нибудь тут будет? Да, там Уилбер, там грязь будет. Да, будет. Вот. Так что вот таким вот образом идем. Нам надо сейчас быстро набрать синих. И все будет хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, 6 синих мы набираем, да? Допустим, допустим. Подтягиваем, сейчас еще здесь будут синие. Борюсик, подожди, пока не заряжайся, у меня пока Сонечка не готова. Вот, вот теперь можно. Хорошо. Так, давайте, наверное... Вилбера я, в принципе, добью синими камнями скоро. Давайте вот так. Контратака снята. Вилбер, короче, отхвати. Ладно, хрен с тобой. Сейчас я что-нибудь с тобой придумаю. Вот, у меня как раз тут созрел грим. Грим тебя и добьет. Вот, и все. Набираем ману в пустоту. Отлично. Опять синие у меня готовы. Какой-то... Гадость против зеленых мне тут повесил, но добивать мы будем Гретель. Да, она у нас под срезом брони как раз отлично отлетела. Ну и все. Ну и все. Давайте зелененьких доберем. Тут им чуть-чуть осталось. Что-то они как-то по чуть-чуть все набирают. Угу. Давайте пока крайнего сносить. Сейчас уже вот тут. Грим подъехал. Чудненько. Быстрый Кэдман может у меня не набраться. А чё я вот эти синие не собрала? Скажите мне, пожалуйста, что за тупость сейчас была? Все, все, мы расчехлили этих товарищей. Ура, 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 ура. Дальше погнали. Вот что это за ерунда такая вылезает? Главное, хорошо, что это не посредине боя. Он все засчитывается, ладно. Ух, а тут у нас очень много синих, да? Значит, зеленые нам по-любому нужны. Ну и красных мы возьмем. И красных мы тоже возьмем. Моих любимых красных. Потому что если они зарядятся, они мне хорошо, хорошо так подрасчехлят все. Кэдман тут есть, если что, наборила. Эти вообще два бесполезных чела стоят тут. Вот через них, наверное, можно заряжаться спокойно, да? Давайте попробуем поймать красные. Слушайте. Такое ощущение, что мне где-то музыка играет. Такого быть не может. Это признаки шизофрении. Музыка слышится реально. Странность. Странность. Блин, ну нахрена мне столько вот фиолетовых? Короче, давайте чиститься. Потому что моих камней нет. Просто тупо нет. Мне еще и срезали атаку. Что мне тут без атаки-то делать? Как-нибудь. Больно. А когда у меня спадет эта хрень с меня? 4 хода! Врубаетесь? 4 хода этой хрени. За 4 хода Скитл снова зарядится. Топ-1 мне не светит с такими этими раскладами. С
Снимайте с себя эти бафы. Придурочные. Так. Что нам делать-то? Что делать-то, товарищи? Три хода. Ну, три хода это вообще пипец как много. Что у нас, Скитлз в центре рулит, что ли? С каких пор? В принципе, если бы под ним были бы камни, я бы его быстро бы это... Но все равно, конечно, это печалька. Даже ни одного не убили. В общем, вот этот бой, это просто кошмар. Кошмар. С нулем закрыться. Ну и какие тут топ-1? Ладно, у нас еще два боя. Не расстраиваемся. Ой, лисю. Слушайте, все мои, короче, страхи, вот они нарисовались. Лисю. Что нам с тобой делать? Ну, я такой же команды пойду. Ну, не может же мне не вести два раза с красными. Не может же, правильно? Ну, здрасте. Я не понимаю, что... Причем я на другом интернете, на другом компьютере, и все равно какие-то ошибки уже второй раз. Вторую запись я имею в виду. Это очень странно. Кто-то сглазил меня. Я хочу набрать красных, а их нету. Мне все равно их убивают, как хотят. Ладно, сейчас лисюху я должна сейчас добить. Это цель номер один. Вы посмотрите, насколько она жирная, что я не могу ее добить. Просто она настолько жирнючая, она как пятерка, без эмблем. Так, все, Борюсик, давай ультуй. Ты, в принципе, мне не страшен. А вот эту вот даму мы попробуем как-нибудь хотя бы немножечко ослабить. Да? Да. Давайте попробуем все-таки зарядить красных. Пусть оборила, хрен с ним. Но... Ну, зарядить красных. Ой, господи, божечки. Какой кошмар. Что же мне делать-то? Гэдман самоубьется. Этот самоубьется. Ну, пусть горят. Ну, если уж они самоубьются, блин. Сколько у них еще контратака висит? Почему они такие жесткие? Красные живы. Давайте красными ударим. Ты догоришь, интересно? 62, у нее 100. Ей надо помочь. А если у меня зеленые, ей не нанесут столько. Но ей надо попробовать помочь хотя бы. Так, давайте добьем ска... А Скарлетт не того сама. Она сама на следующий ход сгорит. Так что мы поможем нашему старичку-боровичку. Или поможем этому. Сколько, интересно, по нему ударит. Я не знаю, сколько он ударит, но у меня еще под ним зеленые будут. Давайте, наверное, так. Давайте вот так вот. Минус один. Это сгорело. И у нас остался Борюсик. Борюсик сейчас в себя примет побольше. Он, конечно, мне Гормика, скорее всего, сейчас стычек как захреначит. Ну, мы попробуем набрать ману и его допинать как-нибудь. Я не знаю как. Правда, не знаю. Зелеными добился! И это же удача. Это свезло просто, свезло, я знаю. Неважно как, главное выигрывать. А как, неважно. Главное результат. Вот, видите, после каждого боя вылетают. Что такое? Сейчас еще мне эти победы не засчитают. Ой, какая прекрасная команда. Знаете, что? Я думаю, вместо зеленых взять синих Соник. Снимать с себя грязь. И снимать с них бафы.
Вот что я думаю. А красных оставить. В принципе, они по желтому должны нормально бить. Да? Все, погнали. Опять не мои цвета. Что будешь делать? Давай в макаку. Красненькие зашли в макаку. Сейчас еще в макаку зайдут синенькие. Синенькие зайдут в макаку. И еще красненькие зайдут в макаку. Отлично. Минус один. Пять моих камней не появилось. Мне надо что-то двигать. А, так, ну вот эта красавица уже готова. Поэтому в нее максимум. И будем сейчас заряжать синих. Синих будем заряжать. Хотя бы одну синюю заряжать. Одну синюю заряжать. А чё я красных? Я же могла красные взять. Фатора какая. Так, ладно, пофигу. Сейчас я что-нибудь придумаю. Может быть, вот здесь красные выпадут, тогда есть шанс. Тогда есть шанс. Ничего себе, опять сегодня такая тупица-то, а? Лисюха не убьется, мы уже точно знаем. Зато может сдохнуть владычица. Да, все. А Лисюха, ну, как карта ляжет. Жалко, ее нельзя было ослепить. Так, в принципе, у нас остались стандартные карты. Вообще тут, как бы, давайте Лисюху сейчас убьем. Да? Пусть она уже нас покинет и не мешается. Этот товарищ у меня все никак не может разродиться. Повесь свой. Вот не надо только в него точковать. Отлично. Давай. Значит, ты еще уклонился? А чего ты уклонился, если на тебе все равно повесился ожог? Ну да ладно. Так, у тебя атака срезана, у тебя не срезана. Тебе срезаем и набираем еще ману. Минус Скарлетт. Гормик, ты сейчас должен добить или добить шакала, потому что у него уже броня срезана. А если не добью, то тычка будет. А этого есть шанс добить. И что делать? Ой, блин. Ладно, давайте, чао. Синий тут. Спасибо. Все, супер, как надо. Все идет по плану. Так. Значит, ты у нас любишь уклонение, да? Уклонение любишь. Ну, давай-ка попробуй еще разочек уклониться. Все, 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 догорай, догорай, солнышко. Он сейчас тыкнет мне одного и сгорит. Тыкай одного, или что там, ультуй, делай, что хочешь, но ты сейчас сгоришь. Ей! Мы это сделали. Итого. Давайте подведем итоги. Сколько у меня тут побед? Так. Вот. Вот. Не туда. Не туды. А, ну, два поражения и три победы. Что, каковы шансы? Ну, пока топ-5. Но скоро следующий день начнется. У меня еще один день, чтобы отыграться. От него будет все зависеть. Оборона меня подвела. Вот честно. Подвела, просто подвела. Хотя у меня стоят все те же герои, об которых я разбиваюсь, блин. Нормально это? Все, я с вами прощаюсь до субботы. Там будет 5-й день сражений и мои результаты этого марафона. Все,